В городской администрации состоялось совещание, на котором рассмотрели вопросы, касающиеся нового генерального плана. Главный градостроительный документ рассчитан до 2044 года и позволит обеспечить устойчивое развитие южной столицы Кузбасса во многих сферах, в том числе строительной. По нашему генеральному плану с учетом присоединения Бобора у нас проектировщики и ТП «Град» нам показывают цифру 730 тысяч населения. С учетом тех территорий, которые мы будем присоединять к городу, Бендеревской площадке, оно составляет 780 тысяч. Тысяч человек, к счетному городу, к 44-му. Для этого нам надо вводить жилье почти 1 000 000 м² в год. У нас есть нехватка жилых помещений. Многие сейчас думают о том, зачем городу Новокузнецка 1 000 000 м² жилья в год. Мы говорим о том, что мы должны существенно изменить всю жилищную застройку по качеству и в том числе ее обновить. Мы должны старое, аварийное, непригодное для проживания жилье исключить из жилищного фонда, его снести и людей переселить. Поэтому уже сейчас встает вопрос, куда людей переселять. Расчетная численность населения к 1944 году может составить 810 тысяч человек. Для удовлетворения потребностей в жилье и нужен этот 1 000 000 м² плюс 27 дошкольных учреждений и более 10 школ. Впрочем, реальные потребности гораздо шире. Добавлю, что надо будет нам еще помимо школ-садик, которые я хочу построить, 5 медицинских учреждений, 2 000 посещений в смену, 45 объектов местного значения. Вот такие показатели нам нужно будет выполнить при реализации генерального плана. Это приведет с учетом того, что мы население закладываем 780 тысяч человек. Генплан находится в стадии завершения. Далее проект представят на рассмотрение депутатскому корпусу, а затем он пройдет обязательную процедуру общественных обсуждений.